Okay, everything okay? Okay, so we could settle in. We'll do a short period of meditation just to calm and quiet the mind. Мы начинаем традиционно с небольшого периода медитации, чтобы успокоить наш ум. So everybody can take the meditation position that they find most congenial for their practice. Каждый может принять ту медитационную позу, которая наилучшим образом подходит к его практике. Okay, and so you keep the upper part of the body, the torso, you keep it straight and upright. Верхнюю часть тела мы держим выпрямленной и вертикальной. But not stiff or rigid. Но без напряжения и зажатости. Let the body be relaxed, gentle and relaxed. Позвольте всем частям тела мягко расслабиться. And you could put the hands on the lap, right hand over the left, with the thumb slightly touching. Вы можете положить ладони на бедра, правую ладонь поверх левой, но без сжатия, слегка положить. Or if you prefer, you can put the hands on the knees or on the thighs. Или же вы, если предпочитаете, можете положить ладони на колени, на другую часть бедра, как вам удобно. And then you keep the mouth closed and the eyes lightly closed. Вы держите рот закрытым, глаза тоже закрыты, но без напряжения. And you could pull in the chin just a very slight angle. Вы как бы втягиваете подбородок под, ну, слегка под небольшим таким углом. Okay, and we'll be doing just a very short period of meditation on the in and out breathing. Мы начинаем с того, что держим свое внимание на вдохах и выдохах. So first you establish mindfulness in the body as a whole. Для начала вы устанавливаете внимание на теле как таковом в целом. Just being mindful of the body in the sitting position. Просто осознавайте тело так, как оно находится в сидячей позиции, вот саму эту позу. And then from the full body, you can move the attention to the breathing and follow, okay, move the attention to the breath. И от осознавания всего тела вы можете передвинуть ваше внимание к осознаванию дыхания. And then the task is to attend to each in-breath and each out-breath as continuously as possible. И сейчас задача состоит в том, чтобы удерживать ваше внимание на каждом вдохе, на каждом выдохе настолько непрерывно, насколько это возможно. When breathing in, just be mindful of breathing in, in, in. When breathing out, mindful of out, out, out. Когда происходит вдох, оставайтесь осознающим этот вдох, как бы замечая вдох, вдох, вдох. И когда происходит выдох, оставайтесь осознающим вот этот выдох и отмечайте выдох, выдох, выдох. Okay, we'll practice in silence for about 10 minutes.
Таким образом, мы сейчас будем практиковать молчание примерно в течение 10 минут. Whenever you notice that the mind has wandered and has left the breath, then you just drop the distracting thoughts and then you bring the mind back again and again to the in and out breathing. Каждый раз, когда вы замечаете, что ваше внимание оставило дыхание, отвлеклось на какие-то посторонние мысли, просто верните ваше внимание обратно к дыханию и так делайте снова и снова. Okay, we'll start now.
Okay, and now for just a couple of minutes, we can do the metta, the loving kindness, extending good wishes all over the world. И сейчас в течение пары минут мы будем делать, практиковать метту, то есть любящую доброту, распространяя добрые пожелания на весь мир. So in your heart you generate the wish, may all living beings be well. В своем сердце вы производите пожелание, пусть все живые существа будут благополучны. May they all be happy. Пусть все они будут счастливы. May they all be safe. Пусть все они будут в безопасности. Okay, just about 2 minutes. Итак, мы будем сейчас делать в течение 2 минут. Okay, you can relax now. Сейчас можно расслабиться. And usually when we end the meditation session, what we do is rub the palms together to make them a bit warm. И обычно, когда мы заканчиваем медитацию, мы трем ладони вот, вместе, так чтобы они согрелись. And then we rub the palms over the face. Далее мы эти ладони накладываем на лицо и трем его. And then over the top of the head, top of the head, back of the neck. Дальше верхняя часть головы, задняя часть шеи. And then down the shoulders. Шея, плечи. And down the back. И далее the lower back. Нижняя часть спины. Then the buttocks. Дальше ягодицы. Then the knees. Колени. And then the feet. И ступни. Okay, we will start the program. I just want to get some a little hot water for my tea. Мы начинаем нашу лекцию. Сейчас Банта возьмет немножко теплой воды и начнем.
Okay, so the program today will be somewhat more informal than in previous sessions. Сегодня наша лекция будет немножко такая, скорее, неформальная по сравнению с предыдущими лекциями. Yeah, today what I'm going to be speaking about is developing a basic Buddhist practice. Сегодня, о чем я буду говорить, это о том, как построить такую базовую свою практику как буддиста, да, вот именно в повседневной жизни. So in the previous classes I spoke about the basic doctrines of Buddhism, like the Four Noble Truths, the Three Characteristics, Dependent Origination. В предыдущих лекциях я говорил о базовых буддийских доктринах, учениях, таких как четыре благородные истины, три характеристики бытия, зависимая доктрина зависимого возникновения. And then I also spoke about the Noble Eightfold Path. И также я говорил о восьмеричном пути, благородном пути. Which gives us the kind of full or comprehensive point of view or view of Buddhist practice. И на самом деле вот восьмеричный путь как раз нам дает такое всеобъемлющее понимание буддийской практики. But today what I want to speak about is how to develop a consistent Buddhist practice in one's everyday life. Но сегодня я хотел бы поговорить о том, как построить такую устойчивую буддийскую практику в ежедневной, каждодневной жизни. Yeah, when people think of Buddhist practice, sometimes they immediately think of just going off into a cave or into the forest to devote oneself fully to meditation. Зачастую те люди, которые вот слышат о буддийской практике или думают о буддийской практике, у них сразу возникает такое, значит, впечатление, что буддийская практика — это когда ты удаляешься куда-то в пещеру или в лес и полностью себя посвящаешь медитации. Yeah, but very few of us, even those of us who are monks or nuns, are able to do that. Но на самом деле из нас очень немногие могут вот поступить таким образом. And too often what happens is that some people think that since they think Buddhist practice means intensive meditation practice, they will go maybe on a retreat, practice intensively for 10 days or 2 weeks, and then when they come off the retreat, they just return to their ordinary life. И зачастую люди, которые думают, что буддизм, буддийская практика — это вот именно интенсивное занятие медитацией, они уходят вот куда-то в ретрит, скажем, на 10 дней или там, на 20 дней, там интенсивно занимаются медитацией, а потом, когда выходят из ретрита, возвращаются к обычной своей мирской повседневной жизни. But they don't know what to do in their everyday life to maintain a consistent, regular Buddhist practice. И это происходит во многом из-за того, что люди не понимают, не знают, как, что такое вообще буддийская практика в повседневной жизни, как ее построить, в чем она заключается. Yeah, so that is what I want to deal with in today's session. И вот как раз сегодня-то я и хотел бы об этом поговорить. And so, first of all, I would say like the first step in developing a daily practice, a daily Buddhist practice, is to mark off a certain area in your living space that we would call sacred space. И первое, что бы я хотел сказать, чтобы для того, чтобы начать, что необходимо для того, чтобы начать вот именно такую повседневную практику, это вот что нужно выделить определенное специальное пространство для практики, такое, можно сказать, священное место, в котором мы будем производить свою практику.
And this is the space that you're going to dedicate to your regular Buddhist practices, your recitations, reflections, and meditations. И это будет место, которое будет предназначено только для того, чтобы вот заниматься вашей ежедневной буддийской практикой, повторением определенных буддийских формул и так далее. If you have a big house with many rooms, then you can assign one room to be your shrine room. Если у вас большой дом, в котором много комнат, было бы очень хорошо, если бы вы выделили специальную комнату, как бы для комнату святилища, что ли, такое, да, в котором вы бы могли заниматься только практикой буддизма. But if you don't have so many rooms, if you just have just a few rooms, then you mark off a certain space within your living quarters, could even be the bedroom, living room, or some other room. You just mark it off to be the place that where you're going to do your Buddhist practice. Если же у вас нет так много комнат, там всего там несколько, одна, может быть, то вы просто выделите определенное место внутри этой комнаты, уголок какой-то, где, который будет полностью посвящен только Будде, только буддийской практике. And if you can purchase some screen, you can mark off that space just by putting up some screens to separate it from the rest of the room. Если вы можете, было бы очень неплохо выгородить вот этот уголок с помощью, ну, специальной ширмы, что ли, да, которая бы отгораживала это место от всего остального пространства. Yeah, if you can't easily obtain those screens, you just use your mind to mark off that space. Если же вы не можете и ширму поставить, то просто используйте свой ум, чтобы вот выделить это место. Okay, so this is the beginning of your sacred space, the space where you undertake your practice. Это вот начало, да, то, с чего мы начинаем, это выделить место для практики. Okay, and in that space, what you want to do is to set up a Buddhist altar. И внутри этого места, что необходимо сделать, это создать буддийский алтарь. There should be a little table or a raised flat surface on which you're going to set up some objects of veneration. Это может быть определенный столик или какое-то другое приподнятое такое место над всеми остальными, может быть, полочка, на которой вы можете разместить объекты, предметы поклонения. So in English we call that raised flat surface or that table, we call that an altar or a shrine. Мы называем вот это вот плоскую приподнятую поверхность алтарем или святилищем. Okay, and then on that altar or shrine, you're going to set up some objects of worship or veneration. На эту поверхность, на этот столик или полочку, мы размещаем определенные предметы поклонения. And there are different styles of setting up sacred objects on the altar. Есть разные, на самом деле, как бы стили вот исполнения вот этого священного места. Some like to keep it very simple, others make it more elaborate or more complex. Некоторые люди предпочитают такой простой стиль, простое исполнение, а для других вот предпочтительнее, более сложное такое, ну, как бы развернутое исполнение. So the minimum object is to have a nice statue of the Buddha.
самый такой минимум, что надо там иметь, это такую хорошую, правильную статую Будды. And so if you can find a shop that sells Buddha images and other images, objects from Asia, then you could buy a Buddha image there. Вы можете приобрести изображение Будды, ну, в каких-то магазинах, может быть, в Азии или еще где-то, которые вот такое, представляют хорошее изображение, каноническое изображение Будды. Yes, sometimes, so if you have close connection with a Buddhist temple, sometimes they have extra Buddha images, and they're happy to give an image to their lay devotees. Если у вас есть, ну, как бы связи, что ли, с каким-нибудь буддийским храмом, то иногда у них бывают, ну, скажем так, избыточные изображения Будды, и они могут с вами поделиться. If you can't get an actual Buddha statue, then you can try to get a nice picture of the Buddha. Если у вас нет соответствующей статуи Будды, то вы можете использовать хорошую картинку, то есть именно вот, собственно, изображение Будды. And you mount this, the statue or the picture, you mount it on your altar, on the table. И вы вот эту статую или эту картинку как бы устанавливаете на свой алтарь, на вот этот вот столик. And the Buddha image should be at minimum equal to eye level, but preferably when you're sitting down, but preferably a little bit higher than eye level, so that you're looking a little bit up at the image. И Будда должен располагаться таким образом, чтобы когда вы сидите, он был как минимум на уровне ваших глаз, но предпочтительнее, чтобы он был чуть-чуть выше, чтобы вы, смотря на него, как бы смотрели чуть-чуть вверх. Yeah, it shouldn't be lower than eye level, so that you're sitting, so that when you're sitting, you're looking down at the Buddha image. То есть Будда, изображение Будды, статуя или картинка не должны быть ниже уровня ваших глаз, то есть чтобы вы не смотрели на них как бы вниз, когда сидите. Okay, so I say the minimum object to have is a Buddha image, either a statue or a nice picture. То есть, как я сказал, минимум, что нужно иметь на алтаре, это изображение Будды, то есть это статую либо картинку. Then, according to your taste, you can put up some other objects. Далее, ну, в зависимости от ваших предпочтений, вы можете также поместить там некоторые другие объекты. For example, like in Sri Lanka, in Buddhist temples in Sri Lanka, they will have next to the Buddha image, the central Buddha image, there will be statues of the two great disciples, Sariputta and Moggallana. И, например, в Шри-Ланке, в храмах, они, как правило, рядом с Буддой, по там, правую и левую сторону, имеют изображение главных учеников, достопочтенного Сарипутты и достопочтенного Махамоггалланы. And then in the background, they'll be painted against the wall. There'll be paintings of a lot of monks and nuns and lay devotees surrounding the Buddha. И позади вот этих трех фигур на стене у них, как правило, там изображения различных монахов, мирских последователей, они как бы окружают вот эти три фигуры. Okay, but in a home temple we can't have something as elaborate as that. Ну, конечно, в домашних условиях у нас не может быть вот такого, значит, великолепия, скорее всего. Yeah, but if you like, along on the sides of the altar, next to the Buddha, you can have some photographs or pictures of your own personal teacher or other famous teachers, Buddhist teachers that you respect. Но вы можете тоже
по сторонам от изображения Будды поместить, например, изображение вашего собственного учителя или известных учителей. So that will represent the Sangha as an object of veneration. То есть вот эти изображения достопочтенных монахов, учителей, они как бы представляют собой Сангху как объект почитания. And then you can have, if you like, maybe a sacred book, maybe like a copy of the Dhammapada or some other canonical text to represent the Dharma. И также там можно поместить какую-нибудь книгу со священными писаниями, может быть, Дхаммападу, чтобы она как бы собой символизировала учение, Дхамму. And then on the altar you can have some lights. They can be candles or little electric lights. И также на алтарь надо поместить, ну, было бы хорошо поместить какие-либо источники света, такие как, например, свеча или, может быть, электрический свет. Like here in the Chinese tradition, they make these little lotus lamps. So it's like a plastic image of lotus flowers with a light bulb in the middle. So it's like you're offering both lights and flowers to the Buddha. И вот, например, есть в азиатских странах такие как бы светильники в виде лотоса, да, то есть это как бы не настоящий лотос, а пластиковый, но внутри есть такая лампочка, и получается такой светящийся цветок. Okay, so this you will have like lights, either candles that you would burn when you do your practice, or if you use the electric lights, they could be all left on all the time. То есть, еще раз, вы размещаете там источник света, такой как свеча или электрический свет. Если это какой-то маленький светильничек, он вообще может светиться практически постоянно. And then you can have some other objects, like an incense burner, if you like to burn incense. И вы можете также, например, поместить там другой какой-нибудь объект, например, такую как бы кадильницу для благовоний. So my advice, if you have a very tight space, not to burn a lot of incense, because the smoke could have some harmful effect on the lungs. Но я советую, если у вас небольшое какое-то пространство, то лучше не зажигать никаких благовоний, потому что длительное воздействие благовония, оно все-таки имеет некоторый негативный эффект на легкие. And then when you go shopping for fruits, before you eat the fruit yourself, you could put it up on the altar and leave it there for a day or two. И, например, если вы сходили в магазин, купили фрукты, прежде чем, например, есть данный фрукт, вы небольшой кусочек кладете на алтарь как бы в виде пожертвования. And from time to time you can buy some fresh flowers to offer to the Buddha. Время от времени вы также можете купить свежие цветы, чтобы тоже возложить их перед Буддой. Okay, but the most important object of offering that you make to the Buddha is not material object, but it's your practice. Но самый важный объект вашего поклонения, который вы можете предложить поднести Будде, это не материальные объекты, а ваша практика. Okay, now I call this sacred space, this little area that you use for your shrine, your altar, your shrine room, your altar. I call this sacred space. Я вот это место, где вот расположен ваш алтарь, где происходит поклонение и практика, я назвал это священным местом. And what you find happens over time when you do a regular practice, devotional and meditation practice in that space, it builds up a special kind of atmosphere, what we can call these
beautiful vibrations, peaceful vibrations in that little area. И вот если вы регулярно совершаете практику в этом месте, то со временем само это место как бы создает специфическую атмосферу, которую можно назвать благой вибрацией, такое благое воздействие на вас. So when you come into that area out of your regular activities in your everyday life, when you come into that sacred space, you feel that you are in the presence of the Buddha himself. И когда вы после вашей дневной активности, повседневной активности мирской заходите в это пространство, то у вас появляется ощущение, что вы оказываетесь в присутствии самого Будды. And when you have like worries, stress, conflict in the mind, if you come into that space, then your mind starts to settle down and becomes more peaceful. И какие бы у вас ни были заботы повседневной жизни, события и прочее, когда вы оказываетесь в этом пространстве, вы видите, ощущаете, что ваш ум сам начинает успокаиваться. So we could say that if your everyday life is samsara, when you go into that sacred space, it's a little bit like you are taking a little dive into nirvana, into nibbana. То есть мы можем сказать так немножко образно, что если наша повседневная жизнь — это как сансара, то когда мы входим в это священное наше место, это как будто бы мы погружаемся в ниббану. Okay, so this is the sacred space. Then the counterpart of sacred space is what we would call sacred time. И, соответственно, если у нас это место священное, то время, когда мы находимся в этом месте, это священное время. So sacred time are the periods that you will devote to your regular daily Buddhist practice. Священное время — это то время, которое вы полностью посвящаете регулярной буддийской практике. And so it's good to have fixed times that you devote to your practice consistently, virtually every day. Очень было бы неплохо иметь каждый день определенное фиксированное время, которое вы посвящаете каждый день именно вот буддийской практике и больше ничему. So in this way, your practice becomes habitual. Таким образом, ваша практика становится привычной. Even to the point where if you miss a day of practice for some reason, you start to feel a little guilty. Даже до такого уровня, что если вы вдруг по какой-то причине пропускаете день практики, то у вас появляется такое вот сосущее чувство как бы своего рода вины. Yeah, I remember when I first like began to do meditation practice many years ago, if for some reason I missed the practice one day, then I would feel like I have to take a shower, even though I had taken a shower. Я помню, что когда много лет назад я начинал практику медитации, и однажды пропустил день практики, то я почувствовал, у меня было такое чувство, что мне надо принять душ, хотя я, естественно, принимал душ в этот день. So it's good, again, to block off certain time periods every day to devote to your special Buddhist practices. То есть, еще раз, необходимо, очень полезно выделить определенное время каждый день, вот именно прямо точное время, когда вы заходите в священное место для вашей практики. And how much time you can assign to that practices, of course, that depends very much on your daily schedule and the degree of commitment that you can make.
Конечно, то время, которое вы можете посвятить, да, или будете посвящать каждый день практике, сильно зависит от обстоятельств вашей жизни, да, то есть сколько у вас свободного времени и какой у вас график и так далее. And now I want to go through some of the practices that you'll undertake in your shrine room or your shrine space during your dedicated period of practice. И сейчас я хотел бы рассмотреть уже конкретные практики, которые вы можете совершать в своем священном месте перед святилищем каждый день на ежедневной основе. And for this I want to share the screen and go through a little booklet that was compiled long ago in Sri Lanka in Pali and English. И сейчас я расшарю, так сказать, на экране небольшой такой буклет, который был составлен много лет назад в Шри-Ланке. Там как раз вот эти вот все практики есть. От себя я хочу добавить, что я этот буклет перевел, и все тексты, которые сегодня будут упоминаться, я приложу их к видео. Do you see the mirror of the Dhamma now? Yeah. I was just saying. Okay, so this booklet is a kind of handbook of Buddhist chanting and devotional texts. I think it was originally compiled back in the 1940s. Вот эта книжка, этот буклет, это такое своего рода руководство по практикам, связанным с поклонением, с религиозными практиками буддизма. И я так понимаю, то есть Бант так понимает, что она была составлена примерно в 80-х годах. Yeah, and if you wish, you can find this. Probably you could find this on the internet. You would search for the mirror of the Dhamma. В интернете можно найти этот текст как «Зеркало Дамы». Панта, I have translated this. Yeah, I was going to mention that Oleg was to translate that into the English part into Russian. Yes, and then this gives a guide to the Pali pronunciation. Здесь небольшое такое руководство по произношению палийского языка. Okay, so these are some of the basic recitations that one does, and one begins with the line, or we call this the homage or salutation to the Buddha. И вот здесь мы можем видеть, как бы, с чего мы начинаем, да, то есть вот эта строчка — это приветствие Будде. So this, no doubt you've heard this many times. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Да, то есть это вот как раз та строчка, которую вы, наверное, уже слышали много раз на палийском языке. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yeah, so this is saying homage to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. То есть в переводе это означает, что это поклонение ему, благословенному, достойному, полностью просветленному. То есть мы здесь видим на палийском языке строчку, а ниже перевод. Yeah, so normally we recite this three times at the beginning of our devotional service. Обычно мы повторяем вот эту строчку три раза в самом начале нашей практики поклонения. Okay, now this booklet continues as if the devotee is in the presence of a monk asking the monk for the three refuges and the five precepts. But, okay. Далее здесь указаны формулы, как бы просьбы у монахов о прибежищах и пяти предписаниях. Yeah, but when you're doing the practice on your own, then you wouldn't include that part. You would go directly to the three refuges.
Но если вы практикуете в одиночестве без присутствия монахов, то вы, конечно же, переходите сразу к трем прибежищам, вот к этому пункту. Now this act of going for refuge, I would call this the most fundamental act of becoming a Buddhist. Принятие трех прибежищ — это такой самый базовый, самый фундаментальный акт становления буддистом. We can see in the suttas, whenever the Buddha is preaching to a new group of people, when they become convinced of the Dhamma, then they will declare in the presence of the Buddha, they will declare the three refuges. Мы эти формулы видим многократно в суттах, когда Будда проповедует людям, как бы новым людям Дхамму, то когда эти люди решают дальше следовать учению Будды, они произносят вот именно эти самые формулы. And so I would call the act of going for refuge, I call it the door of entrance to the Buddha sasana, to the Buddha's teaching. Вот этот акт принятия прибежищ Банте называет как бы входной дверью в дальше в следование учению Будды. And it is this act of going for refuge that is what connects us to the Buddha's teaching. Принятие предписаний, вернее, принятие прибежищ, оно как бы ведет нас дальше, вообще делает возможным следование учению Будды. Yeah, it is like the seed from which everything else, all the other Buddhist practices grow and develop, just like a tree grows from the seed. Это как бы такой корень, из которого растут все остальные практики и учения Будды. And it's the act of going for refuge that connects us to the Buddha's teaching from life to life, from one life to the next. И акт принятия прибежищ, он соединяет нас с учением Будды не только в этой жизни, но и в следующей, из жизни в жизнь. Okay, so one undertakes the going for refuge by reciting the fixed formula for going for refuge. And there are the three refuges, the Buddha, that's the enlightened one, the Dharma, his teaching, and the Sangha, which in the original sense is the community of noble ones, of those who have reached some level of realization through the Dhamma. Принятие прибежищ состоит из фиксированной формулы, которая повторяется три раза, и она состоит из как бы трех частей. Это принятие прибежища в Будде, как вот в источнике учения в Дхамме, как, собственно, в учении и в Сангхе. Сангха — это изначально, в изначальном смысле, сообщество пробужденных учеников Будды, то есть тех, кто достиг хотя бы какой-нибудь из четырех стадий пробуждения. Okay, but in ordinary, sort of an ordinary way of thinking, we have the Sangha represented by the monastic order, the order of bhikkhus and bhikkhunis, monks and nuns. Но в целом обычно Сангха понимается как сообщество именно монахов, да, то есть монахов, монахинь, тех, кто принял именно монашеские обеты. So after when you begin your Buddhist practice, your period of Buddhist practice, you enter your shrine room or your altar area, then you bow down three times to the image of the Buddha on your altar. Then you recite the salutation, the Namo Tassa, and then you recite the three refuges, each one three times. То
То есть, когда вы входите в свое священное место, вы начинаете с того, что делаете тройное коленопреклонение, такое, да, поклон на коленях Будде, то есть алтарю, можно сказать, и произносите слова почтения Будде, которые вот были первыми приведены, и затем произносите формулу принятия прибежищ, которая повторяется три раза. Yeah, which language you use, that is a matter of your own choice. If you prefer to use English speakers want to use English, they can use English. Russian speakers, if they want, they can use Russian. То есть на самом деле язык здесь можно использовать любой, который вам ближе. Если вы англоязычный человек, вы используете английский. Если вы русскоязычный человек, вы используете русский и так далее. But it's also, I say, it's especially nice to use the Pali, since that is the ancient language that has been used, you know, from ancient times to the present. Ну, особенно, конечно, хорошо и благотворно использовать все-таки палийский язык, потому что это древний язык, который использовался с незапамятных времен, чуть ли не с времен Будды. And when you recite the three refuges, whatever language you use, what's important is that you are taking refuge in the heart. И когда вы повторяете формулы принятия прибежищ, тут ключевым моментом является то, что вы принимаете прибежище в сердце. That is, you do it with faith and devotion to the, we call the three jewels, the Buddha, the Dhamma and the Sangha. То есть вы это делаете с верой и преданностью тому, что мы называем тремя драгоценностями, то есть Будда, Дхамма и Сангха. Okay, so you do the three refuges, you do it three times. That is a way of impressing it or strengthening it in the mind. То есть еще раз вы прибежище, формула принятия прибежища повторяется три раза, да, вот там во второй раз, в третий раз, да, там есть такая приставка. И это необходимо для того, чтобы как бы впечатать эту формулу в ум, то есть чтобы ум проникся этим, усилился вот в этой преданности. Okay, then immediately after you do the three refuges, then you would recite the five precepts. Сразу после того, как вы приняли прибежище, вы повторяете пять предписаний. And again, what language you use, it's a matter of your own choice. Опять же, какой язык вы используете, это ваш выбор. But it's important, especially here, to understand the meaning, not just to recite mechanically. Но, естественно, важно понимать значение, смысл того, что вы говорите, а не просто механически повторять формулы. So the five precepts are the basic, you call this, the basic moral code for a Buddhist practitioner. Пять предписаний — это как бы такой базовый моральный, нравственный код, нравственный кодекс поведения буддиста. Yeah, the Vietnamese teacher Thich Nhat Hanh calls these the five wonderful precepts. Учитель Thich Nhat Hanh говорил, что это как бы пять прекрасных предписаний. Because when you observe these precepts, they truly transform your life. Потому что, когда вы соблюдаете эти предписания, это реально преображает вашу жизнь. So you don't merely recite them in your session of practice, but you observe these precepts throughout the day, every day. То есть вы не просто так произносите вот эти формулы, но вы стремитесь, стараетесь как бы изо всех сил соблюдать эти правила каждый день. So you'll see that these precepts are actually called training rules because they are guidelines for training oneself.
in moral conduct. То есть мы здесь можем видеть, что они предписания называются как бы правилами тренировки. То есть это действительно на самом деле правила тренировки нашей нравственности каждый день, нашего поведения. So we have the training rule to abstain from killing living beings. То есть у нас есть правило воздержания, да, правило тренировки воздержания от убийства живых существ. From stealing or taking what is not given. От воровства или присвоения того, что нам не было разрешено взять. Yeah, the precept from sexual misconduct. Предписание воздержания от сексуальных неправильных действий. And the precept to abstain from lying or false speech. Предписание воздержания от лжи или ложной речи. And then the precept to abstain from the use of intoxicants. И также предписание воздерживаться от как бы использования опьяняющих веществ. Yeah. One could give a full lecture on the precepts. But for today's purpose, I'm just going through them quickly. У меня есть специальные лекции, посвященные именно предписаниям, но сейчас я просто их вкратце перечислю. So these are the five regular precepts for daily observance by a follower of the Buddha's teaching. То есть это пять предписаний, которые мы должны соблюдать каждый день. And then to strengthen one's sila or moral practice, there's another set of eight precepts, which are usually observed by devout lay people on the Uposatha day, that is the day of the full moon, and sometimes also the day of the no moon. И в дополнение к, или так, в развитии вот этих пяти предписаний есть еще восемь предписаний, которые обычно мирскими людьми соблюдаются в день Упосата, то есть это в день полнолуния, когда происходит особенно усиленная практика. So if you wish, you can observe these precepts, let's say, to begin on the full moon day, or if that's not convenient, you could do it on a weekend close to the full moon, maybe once a month. Вы, если у вас есть желание, можете также соблюдать эти пять предписаний в дни, когда имеет место полнолуние, либо же не обязательно полнолуние, а просто в выходные дни, которые наиболее близки к полнолунию, это примерно там один раз в месяц. Okay, so the eight precepts include the five precepts, except that the third is strengthened. So here you observe the training rule to abstain from all sexual behavior. В восьми предписаниях первые пять, они идентичны предыдущему случаю, да, пяти предписаниям, за исключением того, что третье предписание, оно как бы усилено, и здесь мы воздерживаемся вообще от всех сексуальных взаимодействий. And then you could see that there are three additional precepts, which are the precepts observed by monastics. И мы также видим еще три дополнительных предписания, которые являются предписаниями, которые соблюдаются монахами. So this includes the precept to abstain from eating, what's called beyond the time. This actually means from eating after midday until the next morning. Например, вот шестое предписание – это предписание воздержания от принятия пищи за пределами как бы разрешенного времени. Ну, фактически, это время после полудня вплоть до следующего утра. Вот это вот время, оно как бы запретное для принятия еды. Of course, you can drink liquids during this period, but you don't eat solid food.
То есть вы можете пить какие-то там напитки, чай, например, но запрещается есть твердую пищу. And then the next precept is that you abstain from any kind of entertainment and from the use of cosmetics. А седьмое предписание – это предписание воздержания от любых видов развлечения, а также использования косметики. And then the eighth precept is to abstain from using high or large beds. But I say that here in the West, the ordinary bed that people use, I would say, is not any problem in terms of this precept. И восьмое предписание – это предписание, которое запрещает использование высоких или больших кроватей. Но Банта говорит, что в западных странах вот обычные кровати, которые мы используем, они не представляют из себя проблемы в этом плане. But in Asian countries, Asian Buddhist countries, and the Upasita, what I've seen is that people will spread a mat on the ground and then sleep on the mat. Но в азиатских странах я видел, что во время Упасаны миряне спят на таких, подстилках, коврах, которые они расстилают на земле. But if you find that uncomfortable, I don't think you have to worry about using the ordinary bed that we use in the Western countries. Но в целом я бы сказал, что в западных странах особо беспокоиться вот по этому поводу не стоит, то есть можно спать на обычных кроватях. Okay, so this is now we're beginning with the basic act, the expression of faith through the going for refuge. And then establishing a foundation through observing the precepts. Здесь, то есть мы сейчас говорили о базовом таком выражении нашей преданности, нашего следования учению Будды в виде принятия прибежищ и предписаний. Okay, then continuing with the devotional side of practice, we have some classical verses that express veneration or homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. И далее мы здесь видим классические формулы выражения поклонения Будде, Дхамме и Сангхе. And so the basic passages are taken out from the canon, from the suttas, and then they're supplemented, the basic passages, by additional verses that I think were probably composed in Sri Lanka. Здесь приведены классические такие формулы, которые встречаются в суттах, также некоторые дополнительные формулы, и также те формулы, которые используются специфически в Шри-Ланке. Yeah, so, for example, here we have this the Iti Piso formula. So this is commonly found in the suttas. То есть вот эта вот формула первая, Iti Piso, она вообще широко встречается в суттах. And then we have additional verses, which I think must have been composed in Sri Lanka. И вот эти дополнительные строфы используются в Шри-Ланке специфически. And so we have, again, corresponding, we have the homage to the Dhamma. Again, the root verse comes from the suttas, the Svakato Bhagavata Dhammo. И опять же здесь, что касается Дхаммы, у нас первое идет, это такая корневая, классическая формула, которая тоже часто встречается в суттах. Yeah, and then the additional verses, again, they're very similar to the verses to the Buddha, and these, again, come from Sri Lanka. И далее у нас строфы, которые из Шри-Ланки, опять же, идут. And then, again, for the Sangha, we have the root passage comes from the suttas, the Supatipanno passage.
И далее у нас строфы вот Супатипану – это поклонение Сангхе. Это вот первое, это то, что опять же встречается в суттах, классический стих. And then it's elaborated by some verses coming from Sri Lanka. А далее вот некоторые строфы, которые, опять же, специфически шри-ланкийские. Yeah, if you're affiliated with a Thai tradition or a Burmese tradition or Cambodian tradition, the verses, the supplementary verses are likely to be somewhat different. То есть, если вы связаны, скажем, с тайской традицией или с бирманской, или с камбоджийской, то у вас могут быть какие-то другие дополнительные строфы. Это не проблема. Yeah, I'll just tell you something a little personal about my relationship to these verses. То есть, для меня это вот такая немножко предпочтительная строфа. Yeah, in my third year as a monk, after spending 2 years in Sri Lanka, I went to India and I was staying at the Mahabodhi Society in Bangalore. На мой третий год, когда я был монахом, я был в Индии, в Бангалоре, в обществе дерева Бодхи. And at that monastery, the elder monk, his name was Acharya Buddharakita. He was an Indian monk. И в этом монастыре настоятелем был монах по имени Ачарья Буддаракита. Это индийский монах. And there were a lot of little young monks and lay boys staying at the monastery for training. И тогда там было много маленьких, ну, как сказать, мальчиков-монахов и мирских мальчиков, которые оставались в этом монастыре для практики. Yeah, so every morning and evening the young monks and the young boys would gather in the shrine room and they would do the recitation. Каждое утро и каждый вечер молодые монахи и мирские мальчики собирались в комнате для поклонения и повторяли вот эти строфы. But I would stay in my room just doing my meditation, thinking, I'm a meditator. Но я оставался в своей комнате, значит, и там занимался медитацией, думаю, что я-то медитатор, я же выше всего этого. But then the elder, Venerable Buddharakita, asked me a few days, about a week after I arrived, he asked me, why aren't you going to the shrine room to do the puja, the recitation with the young monks? И через некоторое время настоятель монастыря, как раз Буддаракита, спросил меня, почему я не прихожу в комнату в священную комнату, чтобы выполнять вот эти повторения, рецитации вместе с молодыми монахами. And I said, I don't have to do that. I'm a meditator. И я ответил, что мне это не нужно, я медитатор. But he said, this is a very rare opportunity to pay homage to the Buddha, the Dharma, the Sangha. You should go to the hall with the other young monks. Но настоятель ответил, что это очень редкая возможность выразить свое почтение Будде, Даме и Санке, свое поклонение, поэтому необходимо посещать зал и повторять эти строфы вместе с молодыми монахами. And so I went into the shrine room and then I heard them reciting these verses and I looked at the meaning of the verses and I was really so moved by the meaning of these verses.
И я пошел в эту комнату для поклонений и услышал, что они повторяют вот эти строфы. И узнав значение вот этих строф, был очень глубоко тронут смыслом. Yeah, so it's like it's one thing is just sitting in my room on the bed, following the breath in, out, but it's very different. You come and now you're worshiping the Buddhas of the past, present, and future. И на самом деле это была большая разница, что ты сидишь в комнате и отмечаешь вдохи, выдохи, вдохи, выдохи, и потом, и когда ты находишься в священном месте и выражаешь свое почтение, поклоняешься Буддам прошлого, настоящего и будущего. And then I'm declaring that I don't seek any other refuge. The Buddha is my true refuge. И далее, значит, я повторял вот эту строку, где говорится, что я не ищу как никакой другой, никакого другого убежища, и Будда мое убежище. And then I recite that with my head I pay homage at the dust on his holy feet. И далее я повторял, что я преклоняюсь своей головой и, значит, касаюсь пыли на его святых ступнях. Yeah, so I found this all very, very moving and very, very deeply inspiring. И это подействовало очень, ну, как бы, очень глубоко воздействовало на меня и действовало очень вдохновляюще. And so we have now from our monastery, we have on Wednesday evening a regular program where we have the recitation of these devotional verses and then meditation. И теперь в нашем монастыре мы каждую среду вечером собираемся для того, чтобы повторять вот эти вот строфы, и затем переходим к медитации. And so just to recite these verses, we recite them in Pali, and the whole process just will take about 10 minutes, but I would suggest for people to do it as a very, very valuable addition to their regular practice. В целом повторение всех этих формул занимает около 10 минут, но я бы очень рекомендовал повторять их, поскольку это очень сильно помогает практике. And I have a recording, we made a recording last month of myself doing the reciting, the main recitation, and Gita, who's on the class now, she is a woman from Sri Lanka with a very beautiful voice for reciting the Pali verses. And I could share that with you, and then you could share it with the others in your group. И у нас есть запись того, как мы произносим вот эти вот строфы, и произносит, значит, сестра Гита, которая родом из Шри-Ланки, и очень хорошо вот произносит эти строфы, и я могу поделиться с этими записями. It would be wonderful if you share. Okay, then we have some other, this we don't recite very much now. These are some verses for offerings. If you like to make flower offerings, we have some verses that go along with it. Здесь, значит, показаны различные формулы для подношений Будде, если у вас такая возможность есть, то есть это подношение цветов. And this would be an offering of light, could be candle, or any, even an electric lamp. А это формула для подношения света, то есть это может быть свеча или может быть электрический свет. An offering of incense. Это подношение благовоний. Yeah, and then this we do regularly also, and this is
called Homage to the Three Symbols. The three symbols, actually there seem to be four in the verses, but the title has three symbols. So we have the Chaitya, also called the Stupa. Mm-hmm. Здесь, значит, формула поклонения трем символам, но фактически там на самом деле четыре символа. Первое — это поклонение ступам. And then... then the bodily relics, these would be the bodily relics of the Buddha, like the tooth relic in Kandy, and any... any other bodily relics? Далее это телесные как бы реликвии, да, то есть то, что называется там шарира, например, ну или какие-либо другие телесные реликвии, которые есть. And then the Bodhi tree, the Mahabodhi tree. Далее это дерево Бодхи, великое. And the Buddha images, wherever they might be. И далее изображения Будды, где бы они ни находились. And then we have some verses for concluding the homage to the Triple Gem. И далее здесь имеются некоторые строфы для того, чтобы завершить процесс поклонения. And then we have these are verses for sharing the merits, but usually we would put other verses or passages before this. And in my way of practice, the way I learned, this comes towards the very end of the devotional period. И далее здесь идут формулы для как бы посвящения хорошей кармы, но по моему опыту, то есть по опыту Банте, вот эти формулы располагаются скорее в конце практики. So this is a way of sharing the good karma that you make through your recitation, meditation, whatever, sharing the good karma or the merit with other beings and asking them to protect the sasana. And to protect the sasana is the Buddhist teaching, to protect the desana, that's the explanation of the teaching, and to protect oneself and others. То есть, вот, например, эта формула, это разделение или посвящение хорошей кармы, которая, ну, вами совершается при медитации, при практике различным существам и просьба к ним защищать сасану, то есть учение Будды, десана, это как бы объяснение учения, и защищать, собственно, нас самих и других практикующих или близких. Okay, let's look at some other sort of contemplation. So in addition to these devotional practices, there are some important reflections or contemplations that you can use as part of your practice. Кроме того, здесь есть такие так называемые практики созерцания, то есть в дополнение к практике поклонения есть такие важные практики, которые являются темами для размышлений на определенные темы, которые, то есть определенные темы для размышлений, которые помогают нам в тех или иных аспектах практики. So there are these five contemplations that the Buddha said should be often reflected upon by all his disciples, whether monks or householders, men or women. Вот здесь, например, перечислены пять тем для размышлений, которые Будда рекомендовал всем людям, и монахам, и монахиням, и мирянам, и мирянкам. So first this reflection that I am subject to old age, that I've not gotten beyond old age. Первая тема – это «я неизбежно, меня неизбежно постигнет старение». That I'm subject,
I'm subject to fall ill. I've not gotten beyond illness. I'm subject to death. I haven't gotten beyond death. Далее я неизбежно буду болеть, и я не избегу болезней. Я неизбежно умру, я не избегу смерти. Yeah, so these three help to prepare us for, you know, when we get old and we meet the sufferings of old age, then we're prepared for them. Similarly, when we fall ill, we're able to endure our illness without getting depressed or upset. Эти три первые темы нам помогают встретить неизбежные вот эти явления, которые здесь перечислены, старение, болезнь, смерть, и встретить их без как бы, огорчения, без депрессии. And then when we are facing death, then if we've done this reflection regularly, then we're able to accept our death and to enter the death process quite peacefully with a calm mind. Если мы, например, вот делаем размышления о смерти, вот этот третий пункт регулярно, то потом, когда она наступит, смерть, мы сможем ее встретить спокойно, с мирным умом. And then the fourth is the reflection that everything that is mine, particularly my loved ones, the people that I love, family members and friends, all of them will someday pass away and vanish. So when we lose our loved ones, then we don't get crushed or overwhelmed by grief. Четвертый пункт заключается в том, что все, что мы считаем своим, в частности, это наши родные, наши близкие, те, кого мы любим, неизбежно будут уходить, будут меняться и исчезать. И это памятование позволит нам, когда мы встретимся с подобной ситуацией, не оказаться как бы опрокинутой этой ситуацией, да, уйти в горе с головой. And then the fifth regular reflection is reflection on the working of the law of karma. And so we know that whatever good or bad deeds we do, those deeds create karma, and they will eventually produce their results. И пятое размышление – это, по сути, размышление о карме, о том, как она работает. То есть мы совершаем те или иные действия, это, соответственно, дурная или благая карма, и плоды этой кармы неизбежно нас настигнут. So if you just do every part of your regular practice every day, just to recite these five reflections and thinking about them, it has a powerful transformative effect on the mind. И если мы каждый день вот совершаем памятование об этих пяти темах, то это имеет, производит мощный трансформирующий эффект на наш ум. Yeah, there are some additional themes for reflecting or meditating on death. But I'll have to move on, so... Там далее были строфы памятования о смерти, но Банте просто не стал на них задерживаться. Yeah, then another part, which should be a regular part of one's daily Dhamma practice, is devote even just a few minutes to the meditation of loving kindness. And various formulas are given. These are verses, but we don't need these complex verses. What I prefer would be yeah, something like this. То есть здесь перечисляются формулы для практики любящей доброты, которые мы можем посвятить несколько минут в течение вот всей нашей практики повседневной. И из всех многочисленных формул, которые там перечислены, Банте предпочитает вот эту, которая вот здесь показана. So one just does a few, for a few minutes generating this wish. May all beings be well and happy, free from enmity, free from distress, and just turn it over in one's mind just for a few minutes.
То есть мы просто уделяем несколько минут в ходе нашей медитации в начале или в конце, и повторяя вот эти формулы, пусть каждое существо будет счастливо, пусть оно будет свободно от вражды, пусть оно будет свободно от огорчений и так далее, там, от дурных состояний, пусть оно будет, живет счастливо. И просто вращаем как бы в уме вот эти формулы снова и снова в течение нескольких минут. And you could even use the loving kindness or the metta as one's primary meditation subject. Ну и естественно, вы можете использовать любящую доброту или метту как основной объект для медитации. In that case, you would dedicate your whole meditation period to developing loving kindness. То есть в этом случае вы весь период медитации посвящаете именно вот практике любящей доброты. And then there are the other, what they call the Brahma-viharas or divine abodes. Each one has their formula for compassion, altruistic joy, and equanimity. Далее приведены формулы для различных других трех брахма-вихар, то есть божественных обителей, так можно перевести. Каждый из этих брахма-вихар имеет свою формулу, они здесь указаны тоже. Yeah, then what I find to be very important for Buddhists to be developing in everyday life are what are called the paramis or paramitas, which we might translate as the perfections or the perfect virtues. И еще вот одна тема, которую Банте находит очень важной, это для практикующих, это развитие на 10 качеств, которые называются парами или парамиты, что Банте переводит как совершенство или совершенные качества ума. So as part of one's regular sort of session of practice, it's helpful just to devote a couple of minutes to reflecting on these 10 paramitas. Очень полезно уделять несколько минут в течение практики тому, чтобы вот немножко как бы поразмышлять над этими качествами, над этими 10 качествами, парамитами. Yeah, this little book here gives formulas for each paramita, but once you get familiar with them, you could work out your own formula. Здесь приведены как бы такие формулы, которые расшифровывают каждую из парамид, но вы можете, в принципе, сформулировать какое-то свое выражение для этих качеств. Yeah, so the paramis themselves are first generosity. Первое — это щедрость. Then virtuous conduct or sila. Далее — добродетельное поведение или сила. Then renunciation. Далее отречение. Yeah, and then wisdom. Мудрость. Then energy and then patience. Энергия, терпение. And then truthfulness. Правдивость. Then determination. Такое намерение или, как это сказать, устремление. And then loving kindness. Любящая доброта. And equanimity. И равностность или спокойствие, невозмутимость. So these are the kinds of qualities that as Buddhists we should be trying to develop in our everyday life. То есть эти качества каждый буддист должен стремиться развивать в себе каждый день. Then to help plant the seeds of wisdom, one can include the recitation of the three characteristics. We have these verses that come from the Dhammapada. Далее, когда мы развиваем свою мудрость, это подразумевает прозрение в три характеристики, которые и здесь указаны на формулы из Дхаммапады, которые описывают эти три характеристики. Yeah, so we have impermanence,
then we have suffering or unsatisfactoriness. То есть мы сначала имеем первую характеристику — это непостоянство, вторая характеристика — это страдание или неудовлетворительность. And then anatta or non-self. И, наконец, anatta — это безличностность, не я. And then usually what we do in our sessions, we have a number of popular suttas, especially there are three suttas that are especially popular in the Theravada tradition, the Mangala Sutta, the Ratana Sutta, and the Metta Sutta. И кроме того, у нас есть некоторые сутты, вообще как бы у всех немножко разные, но вот у нас конкретно три сутты, которые особенно популярны в буддийском мире, которые тоже повторяются в нашей практике. Это Мангала Сутта, Ратана Сутта и Каранья Метта Сутта. Yeah, so what we would do is to have like to, on one day to recite one sutta, on another day to recite another sutta, on another day to recite the third sutta. И что мы делаем, это в один день мы повторяем одну сутту, в следующий день вторую сутту, далее в следующий день третью сутту. So if you like, you can choose, you could do it in that way, choosing one sutta to recite each day. Но вы можете просто выбрать какую-то одну сутту и повторять ее каждый день. Or instead of reciting a sutta, what you could do as part of your practice each day is what I call contemplative reading. Либо же вместо повторения сутты вы можете практиковать то, что Бхante называет созерцательное чтение. That is what you would do is take a book, like maybe the best one to choose is the Dhammapada. То есть вы берете какую-то книгу, ну, естественно, священную. Самый лучший вариант — это Дхаммапада. And just recite every day slowly and thoughtfully, recite a few of the verses. И в течение дня, или там каждый день, вы медленно повторяете, медленно и внимательно повторяете несколько строф из Дхаммапады. Maybe anywhere between 5 or 10 verses a day. Может быть, 5 или 10 стихов из Дхаммапады каждый день. And when you finish, then you go back to the beginning and start again. И когда вы заканчиваете вот эти 5 или 10 стихов, вы возвращаетесь к началу и опять повторяете их. And each time you go through and you recite those verses, the verses sink deeper and deeper into the mind. И каждый раз, в каждом вот этом цикле, каждый раз, когда вы повторяете эти строфы, их смысл все глубже и глубже врезается в ваш ум. And as you reflect on the verses, you could see more clearly how to apply the advice in your everyday life. И по мере того, как это происходит, вы все более ясно начинаете видеть, как применять то, что говорится в этих стихах, в вашей повседневной жизни. Okay, and then at the very end of your session, that is where we usually do the dedication of the merits. И в самом конце вашей практики то, что мы обычно делаем, это повторение, это посвящение о ваших заслуг или разделение заслуг. Okay, one further thing that I wanted to add about one's regular daily Dhamma practice or one's regular Dhamma practice. So far, I've been speaking as though the practice is an individual activity. То, что чтобы я хотел как бы добавить в качестве вот того, что мы говорим о практике, это
определенные пункты, которые нужно добавить к вашей индивидуальной практике. Well, we have to remember that the practice of Buddhism could also be, should also be a communal activity. Нужно помнить, что буддизм должен быть как бы практикой или деятельностью сообщества. Yeah, that's like a group activity. Да, как бы группы, да, то есть это yeah. должна быть определенная группа, ну, желательно. So if, like, if you live close to a Buddhist center or a Buddhist temple where you can go for the group activities, that's very good. Поэтому если у вас есть поблизости где-то буддийский центр или какая-то группа, было бы очень здорово к ним присоединяться. But if you're living in a place without a temple, monastery, or Buddhist center, if you have a number of Buddhist friends living in the same town or city where you're living, you could meet maybe once a week for group practice. Если у вас в окрестностях нет буддийского центра, храма и так далее, то вы можете, по крайней мере, встречаться с друзьями, которые тоже практикуют там раз в неделю и совершать практику. And so you can do some of the recitations, and maybe if somebody can give a Dhamma talk, they could give a talk, or you could listen to a recorded talk, and then have a period of meditation. And then a period for Dhamma discussion. То есть вы можете производить вот повторение соответствующих формул, которые мы только что рассматривали. Вы можете как бы совершать, кто-нибудь из вас может быть будет давать беседу о Дхамме, дальше там медитация и что-то еще я забыл. And meditation, Dhamma talk, recitation, and what else? Was it Dhamma discussion? Значит, в конце вы можете там посвятить время для обсуждения Дхаммы, учения. But when having Dhamma discussion, one always has to be respectful of the opinions of others. И когда мы вот совершаем обсуждение Дхаммы, нужно помнить о том, чтобы уважать мнение каждого человека. Sometimes people, the Buddhism should be promoting peace and harmony, but sometimes people grasp upon their opinions and interpretations and try to impose them on everybody else. То есть, конечно, буддизм подразумевает как бы такой мирный настрой и гармоничный, но иногда некоторые из нас очень сильно так хватаются за свое мнение и пытаются его, значит, продавить остальным. So the people in the group should try to remain to maintain friendly and harmonious relations. То есть в группах необходимо поддерживать такое дружественное и гармоничное отношение друг к другу. Okay, I think we should leave some time for questions. So. Mm-hmm. Yep. И теперь у нас есть некоторое время для вопросов. Okay, I have some questions. Oh, you do have questions coming in. Yeah. Sorry. Yeah, please. Okay. Yeah. So the first question is this one. We can see as it were two directions in the interpretation of the practice of meditation when people follow the suttas strictly, yeah. And when people follow the commentaries and yeah. Abhidhamma and so on, is there a fundamental difference between the sutta approach and the tradition of commentaries in terms of the practice of meditation? And if so, in what way? Oh,
where? Yeah, mm-hmm. This is really a very big question. Oh, sorry. Can I translate the question? Yeah. Значит, перевод этого вопроса такой. Можно выделить как бы два направления в трактовке практики медитации. Когда люди идут строго по суттам и когда люди идут скорее по комментариям, абхидхаме и так далее. Есть ли между суттами и традицией комментариев принципиальная разница в смысле практики медитации? И если есть, то в чем? Угу. Yeah, it's a very, very big question, and to really do justice to that, it would just take too long. Okay. Это очень обширный вопрос, и нужно было бы посвятить этому очень много времени, чтобы его раскрыть. There are certainly some differences. What I would say, though, is that my own approach is to try to stick as closely as possible to the sutta approach, but sometimes I find the commentaries provide helpful details in practice that we don't find in the suttas. Mm-hmm. Безусловно, есть определенная разница между вот этими двумя подходами, суттами и комментариями. Но мой личный подход заключается в том, что я стараюсь как можно ближе следовать именно суттам. Однако в комментариях зачастую есть определенные очень полезные уточнения, детализация каких-то моментов, которые могут помочь в практике. Yeah, so I suspect probably that the Buddha would have given very sort of simple, basic instructions in the main topics of meditation. And then his disciples would have started to elaborate upon them in more detail. And then as generation followed generation, the specific instructions became more and more complex. Я подозреваю, Банте подозревает, что когда Будда преподавал учение, он давал очень простые практики, очень простые инструкции. Потом, когда его ученики эти инструкции, значит, им следовали, они начинали как бы какие-то моменты развивать или разрабатывать более подробно. И чем дальше, тем вот этот вот комплекс, значит, детализации вот этих инструкций разрастался, да, то есть инструкции становились все более детальными. Yeah, so my own personal approach is to try to stay as close to the sutta instructions as possible, but to look at the commentaries of Visuddhimagga when I feel the need for like more detailed elaboration or more explanation. Подход Банте, как уже говорилось, заключается в том, чтобы следовать как можно ближе, насколько это возможно, к суттам, да, то есть к учению, как оно изложено в суттах. Но вот, например, такие комментарии, как Висуддхимагга, она может, в принципе, какие-то моменты действительно разъяснить. Okay. Go to the next question. Mm-hmm. Next question. What does the tradition say about the impact the practice of meditation has on a person's subsequent rebirth, even if he or she has not yet reached any stage of awakening? Yes, certainly the practice. Sorry. Right. Yeah. Let me translate. Yeah. Вопрос такой, что традиция говорит о том, какое влияние оказывает практика медитации на последующее перерождение человека, если он или она даже не достигли какой-либо стадии пробуждения? Yes, certainly the practice of meditation will have a very, very powerful impact upon the next rebirth, because, first of all, the practice of meditation itself is a meritorious activity, which generates the power of wholesome karma.
Безусловно, практика медитации будет иметь огромное влияние на последующее перерождение, потому что практика медитации сама по себе — это такая деятельность, которая порождает огромное количество заслуг. And then when death occurs, when the mind is trained through meditation, then one can maintain some tranquility and equanimity in the mind as one enters the death process. И если, то есть, вернее, когда человек переживает смерть, то если у него ум тренирован с помощью медитации, то он может поддерживать спокойствие, на невозмутимость и в таком состоянии войти в процесс умирания. Yeah, so those would be some of the benefits of meditation for facing death and moving on to one's next rebirth. И кроме того, конечно, есть и другие, как сказать, другая польза от практики медитации, когда мы встречаем смерть и последующее перерождение. Okay, we could take next question. Так. There is a sutta where it is declared that Nibbana is happiness. Yeah. Nibbana sukha. The sukha, the happiness, is declared as the liberation from feeling. Yeah. And how can we understand it? And let me translate. Okay, but what I would say is that I thought the question should deal with the talk that I gave today, rather than... Вопрос такой, что в одной из сут Ниббана характеризуется как счастье. Но счастье тут понимается как отсутствие чувствования. Как это понимать? Банта говорит, что мы, кажется, обсуждали этот вопрос уже. Yeah, so very briefly, I just have to be very brief. I think that statement has to be understood with reference to the Nibbana element without residue remaining. That is the Nibbana after the passing away of the Arhat. На мой взгляд, вот этот момент необходимо понимать как, ну, применительно, что ли, к состоянию Ниббаны без остатка, то есть состоянию араханта, который уже ушел, да, из жизни. Yeah, so ordinary pleasant feeling, even the most enjoyable, blissful feelings of the jhanas and the peaceful feelings of the formless meditations, even those feelings are still impermanent. And so they're ultimately dukkha or unsatisfactory. Потому что даже такие благотворные чувства, как те, которые мы испытываем в медитации, джаны, или когда мы совершаем поклонение, все эти такие вроде бы благие чувства, они все равно непостоянны, и они все равно связаны с дуккой, с неудовлетворительностью. And so in the Nibbana element without any residue, there's no more feeling, and so no more dukkha. И, соответственно, в Ниббане, как элементе Ниббаны, без остатка совершенно нет больше чувств таких вот даже, и, соответственно, нет дукхи, то есть страдания. Okay, I think we'll have time for only one more question. One more question is... Best to have a question that relates to the talk that I gave today. Oh, okay. The question is about the refuge, yeah. Actually. Is it possible if you give a refuge online to people? Yeah, I can do that, yeah. То есть это был вопрос такой, что есть ли возможность получить от вас прибежище онлайн? И Банте отвечает, что да, это вполне возможно.
So I have no question so far. Maybe we have something, or we have no time. Okay, let's say if you have one more question. Uh-huh. If there's a simple one. Regarding the sacred space. Regarding the sacred space, Bhante would recommend which is better, darker and closer off, or bright and open? The room, as far as I understand, what would you recommend? The more darker and close room, or bright and open space, and so on? What is better? I'd say normally the shrine room is somewhat closed off and a bit darker, mm-hmm. but it has its own light. Yeah. Mm-hmm. То есть вопрос был такой: на ваш взгляд, что лучше, какое место лучше, если это закрытое и такое темное место, или наоборот открытое и ярко освещенное, то есть место поклонения, да, вот алтарь и так далее. И Бханта отвечает, что, на мой взгляд, конечно, лучше, если это закрытое и темное место, но со своим собственным светом, вот как мы говорили. Okay, I think we're going to have to end today. Yeah. And мы сейчас заканчиваем. Yeah. And so this will be the end of this particular series of talks that I've been giving, especially for the Russian speakers. На этом заканчивается серия лекций, которую вот я давал специально для русскоговорящих слушателей. But Oleg had asked me by email whether I would give another series of talks, and I said I could do that in next year, maybe from May till December of 2023. Саду, саду, саду. И я попросил Бханте дать нам еще серию лекций, и Бханте согласился, возможно, вот в следующем году, начиная с мая. And those who understand English will be always welcome to join our... I have like the other Saturdays of the month, I have Dhamma talks based on suttas from the Anguttara Nikaya. Все, кто понимает английский, могут всегда присоединиться к нашим беседам, к лекциям, которые проходят по субботам и посвящены суттам Ангуттара Никаи. Yeah, but you have to register separately for that through the Buddhist, through the BAUS, through the Buddhist Association of the United States. Но для этого надо будет зарегистрироваться особенно, то есть, как бы сказать, you find that специально зарегистрироваться в BAUS, в сообществе буддистов Соединенных Штатов. Так, окей? Yeah, you find that the way to register on the website for the BAUS, the Buddhist Association of the United States. Вы можете найти вот форму регистрации на сайте BAUS, то есть это буддийская ассоциация US, Соединенных Штатов, и там зарегистрироваться. Okay, we will end with the sharing of the merits or the dedication of the merits and be using these verses that you see right in front of you. И мы заканчиваем посвящением заслуг, разделением заслуг, и будем использовать как раз вот те самые строфы, которые сейчас на экране. Акаса та чабума та дева нага махитика пуньянтан анумодитва чирангра канту саасанан. Акаса та чабума та дева нага махитика Punyantang anumoditva chirangra kantu desanam. Akasa ta chabumata deva naga mahitika punyantang anumoditva chirangra kantu mangparang.
Dukkha pataccha ni dukkha baya pataccha ni baya soka pataccha ni soka hantu sabbepi panino. May those in suffering be free from suffering. May those in fear be free from fear. May those in sorrow be free from sorrow. May all living beings also be thus. Sadhu. 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 Thank you, Bhante, for an excellent series. It was awesome. Thank you so much. We're so grateful. And thank you to Oleg for the translation. Thank you, Oleg, for the beautiful translation. Thank you, Bhante. For everybody to benefit. Yeah. Thank you, Bhante. Okay, thank you. Okay. Good lunch, Bhante. See you on Wednesday, Bhante. Okay. Take care. Sadhu, sadhu. Okay. Bow to Bhante. Okay, bow to Bhante. Thank you. Okay, and I'll send you the link to the recording with Gita's beautiful chanting, my chanting and Gita's beautiful chanting. Thanks a lot. Thanks a lot. That's cool. Namo Buddhaya, Bhante. You'll become famous in Russia, Gita. Okay. Take care. Be safe. Okay. Bye. Take care. Bye. Okay, bye-bye.